Короче, я не договорил в том видео, потому что оно там прервалось из-за телефона. От бабушки по материнской линии передалось здоровье зубов. Но проблемы с нервами. Она живет, да, но она прямо говорит, что я просто молча помогаю, она такая говорит, что мечтает уснуть и не проснуться. Самая легкая смерть. То есть, но при этом она не овощ, не у нее волосы на месте, все, то есть волосы. А от бабушки по отцовской линии передалось плохое зрение. И она, в общем, потихоньку в овощи превращается. И но при этом не страдает, а просто медленно так потихоньку сходит с ума. Такой процесс оказался. У нее нету жажды жизни, как у моей бабушки. То есть у моей бабушки есть стремление к смерти, но при этом и жизнь. А у бабушки по отцовской линии у нее какое-то затухание такое постепенное. У меня такая идея появилась, что если, когда съеду от мамы, притащить камни в квартиру, разложить их, острые камни, угловатые, просто ходить по ним, туда-сюда, туда-сюда, босыми ногами, босыми ступнями. Это просто единственный вариант, как можно это реализовать в Сибири. Но у мамы дома это не получится никак сделать. Она сразу строит скандал, там мощь вообще на весь мир. Значит, цели очерчены, круги очерчены. Следовательность есть. Завязывать с рисованием мне не стоит, я так посмотрел. Но мне придется на какое-то время завязать. Потому что есть последовательность достижения целей. Надо будет достаточно отрываться от сигареты курения, привычки, кофеина. Устроиться на работу. Через месяц-полтора там будет зарплата, если не кинут. 1008-10 потратить на невролога. Частной клиники, чтобы систематически, системно, дополнительно к природохождению, чтобы пытаться избавиться от синдрома беспокойных ног, хотя бы купировать. Если он там, допустим, выпишет мне, если я ему скажу, что вот я прочитал, есть лекарства, которые купируют синдром беспокойных ног. Если он адекватный там, то он выпишет.
Ну, вот еще сейчас свежая идея появилась, это вот камни разложить в квартире. Но это только если я один буду жить. Потому что никто, кроме меня, ну, то есть у меня путь аскезы и одиночество и развитие. То есть мне для этого, для достижения своих целей не нужна вообще никакая девушка. То есть мне нужно полагаться на свои собственные силы. Ну, то есть, если любая девушка видит, что ходит по камням, блядь, думает, долбоёб. Лучше пойду к алкашу, к наркоману, зэку, курильщику, чем с этим, ну, чем со мной, с долбоёбом, связываться, который деньги тратит, блядь, не на радость в жизни, а на здоровье, на развитие, творчество. Дальше надо будет заработать денег на операцию по вазомоторному линиту. В частной клинике, конечно же, потому что государственная клиника – это полная иллюзия. К этому времени надо будет бросить. Ну, то есть там денег надо будет тратить дохуя на лекарства. Психиатра, от невролога, который будет способствовать помощи мне. Просто не курить навсегда. Принимать любой вид кофеина. То есть осталось избавиться от двух привычек. Ну да, если вот так сделать, камни, ходить по ним, это будет хорошее. Ну, хоть что-то. То есть уже будет неплохо. Там нужно будет месяц ходить так, чтобы боль... Многие ступни перестали чувствовать боль. Конечно, энергию от природы они не будут получать, потому что это просто на полу будет. Но, по крайней мере, это будет подготовка. Дальше рисовать и бесконечно вкладывать деньги в рисование. Игнорируя неудачи. Игнорируя наёбщиков. Будь только такой. Это можно было бы ускорить, облегчить. Если купить Никоретто, заменительная терапия при бросании курить. О теплой стране, где можно получать энергию от земли, гуляя. Ходить ногами по камням, по воде. Там можно и не мечтать, в принципе. Там 1200 стоит 3 недели. Таких денег, конечно, невозможно получить. Но... Сейчас пока что какими могу способами. Ну да, деньги на, чтобы избавиться от синдрома беспокойных ног, бросить курить, тщательно, точно. Кофеин. Это деньги на лекарства,
который выписал психиатр и на невролога. Потому что это последовательность целей, что если эту цель не решить, то нет смысла заниматься творчеством, например, потому что дальше мой жизненный путь прервется просто. Потому что организм не может выдержать мой. Это заболевание, синдром испуканных ног. Примерно в 40-41 год он умрет. Если не победить синдром спуканных ног. Поэтому нет смысла. Нужно последовательно достигать цели. Возможно, придется 10, перебрать 10 неврологов частных. Что они все будут, все 10, кажутся долбоёбами, невежественными. Ничего удивительного. По камням надо ходить. Надо будет сделать обязательно. А потеет у меня, короче, лоб и шины, плечевой пояс. Когда будет очень холодно, можно будет даже просто дома одеться и пропотеть. Просто дома. Ну, когда будет максимально суровая зима. Наступит лето, но оно не считается, потому что оно слишком короткое. Нужно полагаться не на лето, а на собственные силы, так чтобы это лето можно было продлить. Так, чтобы можно было эти камни хотя бы домой доставить и ходить по ним регулярно. Постановка целей четких и последовательность уже сделает так, что я не буду тратить деньги на всякую хуйню. И тратить свою жизнь на всякую. Полный аскетизм, то есть нужно жизнь тратить на полный аскетизм и развитие. Пусть они занимаются сексом, там, бухают, курят и радуются жизни без меня.
тусуются, там попивают пивас без меня. Пляшут в клубах. У меня есть четкая цель, последовательность. Все остальное не важно. Займет много лет. Много лет борьбы и неудач.